что, здравствуйте, наша самая красивая, самая желанная, самая лучшая, правда, гости? Да. Конечно же. Как у вас настроение? Отлично. Отлично, это замечательно. Дождик вас сегодня поливал? Нет. Не поливал. Ну, наверное, еще польет. Чуть-чуть. Это хорошо. Поморочил. Это хорошо, это на счастье. А теперь честно скажите, вы голодные? Очень. Да. Очень. Ну, кто же вас еще накормит, напоит, как не ваши родные и близкие, правда? Дружно, 3-4. Вперед! Покормите друг друга. Да уж, Ваня постарался. Кто из вас когда-нибудь был в пионерской организации? Были ли такие? Что, ни одного человека не было в пионерской организации? Все были. Ты был. Замечательно. Ну что, пионеры говорили, будь готов? Да. Замечательно. Этот пионерский лозунг предлагаю сегодня на всю свадьбу. Всегда ко всему быть готовым. Наконец счастливый день настал. Гостей светом полон зал. Сегодня Ваня наконец повел Вику под венец. Прекрасней пары не сыскать. Нам нужно только пожелать своей любовью дорожить и словно в сказке жизнь прожить. А нам осталось только поднять за них бокалы и громко крикнуть. Ольга! Ольга! Считаем, считаем! Итак, мартышки и страусы готовятся на